Выники выставочного проекта «Я Мане, я Шишкин, я Малевич» подвели у палаца Румянцевых и Паскевичев. На протягу тыдня наведвальники могли выбирать своего фаворита и отдавать свой голос за его работу. Першапачаткова пераможцы народного голосования и уладальником путевки на всебелорусскую выставу повинен был стать один мастак. Однако организаторы изменили свое решение и узнагороды достались одразу трем авторам. Картины, которые наибольше сподобались гамельчанам. Сярод 129 работ профессийных мастаков и аматоров народ обрал ночное подороже Андрея Филимонцева, место вылечения Ганны Ковальчук и счастье Андрея Рыгатки. Придя на выставку, посмотрев на работы, увидел, что здесь очень много достойных работ и конкурентов. То есть я уже не ожидал, что я буду победителем. Очень-очень ярко, красочно, красиво. Работа пераможцев отправится у Минск на выставу, что откроется 4 красавика в Национальном центре сучасных мастацтвов.